Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и давно-давно мы не играли в этого шахтера, блин. Game Miner 2, который. На чем мы тут остановились? На каком задании? Легкий. Задание называется Giving Back. Giving Back. Здесь три целых задания. И тут дальше везде будет три. Ну и давайте Giving Back, поехали. Это пещера, это дом для Hundreds, короче, летучих мышей. Это не знаю, как переводится, для их. Там, короче, опала есть. Люди не могут помочь themselves. Люди не могут, короче, найти. Опала, я так понимаю. Из-за летучих мышей, я так понимаю, да? И почему бы тебе не спуститься вниз и попробовать достать опал этот самому? Они... Чего тут? Profits turn into a... Для чего-то там, для Critters, блин, вот это я не знаю уже, если честно. Ладно, короче, я вот давно не играл, и, по-моему, я горячую клавишу даже ставил на кнопочку с лестницей, и надо бы вспомнить, какую. Так, где тут у нас клавиатура? Или я не ставил, чё? Не ставил, по-моему, или ставил, не помню. Ладно, в общем. Пока покупать нам нечего. И какая у нас цель? Эй, я не хотел сюда заходить. Найти 10 белых опалы. Бонус. Накопить $200. Получить $200 из магазина сразу же, имеется в виду. Второе, это непонятно пока что. Узнаем по ходу задания. Ладно, спускаемся. Это задание, кстати, было в демо-версии, которую мы играли в нулевом, так скажем, выпуске. Так, вот первый. Мы можем также собирать вот эти вот штуки, чтобы бабки копить. На которые, во-первых, 200 кэш собрать. Во-вторых, купить сканер, если он продается. Я не посмотрел, он продается там или нет. Так, вот второй. И там еще третий, он внизу уже видно. Давай, копайся быстрее. То ли четвертый, по-моему, мы собрали. Или пятый. Нет, по-моему, четвертый. Так, вот пятый, если я не путаю. И там еще шестой. Ой, а у нас еда, у нас здоровье заканчивается. Ну ладно. Съедим бутерброд именно тогда, когда у нас здоровье полностью закончится. Ну давайте это тоже вскопаем. Так, я забыл, куда нам надо. Сюда вроде, да? Ну а там еще один опаль был.
Так, мы получили... Ах, не хватило до 200, немного жалко. Лестницу набираем. Сканер тут есть? Нет, сканера нету. Ладно, два бутерброда возьмем. Динамит один возьмем. Ну и, наверное, хватит. Их вот чуть-чуть до 200 не хватило, блин, а. Теперь в другую сторону давайте пойдем. Хотя мы там один опал пропустили. Вон он сверху. Давайте посмотрим на карту. Может быть, мы там что-то не увидели. А, или на карте не видно, наверное. А, может быть, и видно. Я, наверное. По-моему, должно быть видно. Так, в какую туда или туда лучше, я не знаю. Но нам главное первую звезду хотя бы выполнить. На остальные, в принципе, пофигу. Так, вот еще один опал. Они отображаются? Да, они отображаются. Я забыл просто. Давно уже совсем не играл. Бэт Гуану собираем. Так оно ведь называется. Давайте проверим. Точно. Я угадал. Вернее, я помню, в смысле не угадал. Так, вот еще один. Сначала давайте соберем эти. Так, есть еще проходы. Но желательно бы, конечно, лестницу сэкономить. У нас ее немного совсем. В принципе, мы можем вот сюда прокопать и там добраться до того туннеля, где мы уже копали. И там меньше лестницы потратим. Так, давайте на карту посмотрим. Так, давайте меньше лестницы тратим. Просто лучше будем копать туда. О, опали еще один. Понятно. Чуть-чуть не полностью восстанавливается здоровье. Отлично. Погодите. Продолжить. А, в смысле продолжить. Блин, я случайно нажал кнопку выйти. Я хотел нажать кнопку продолжить задание, но... Ладно, ладно, давайте тогда... Ладно, пофигу на 200 кэш, что там особенно вот такого. Третье задание, не знаю, не помню, что там надо сделать. Какой-то предмет может быть найти. Или лифт починить, я не знаю. Не помню. Не, лифт в другом задании надо починить. Следующее Эранс. Может, оставшееся задание как-нибудь в бонусной серии какой-нибудь пройдем. Так, смотри. Фейрли, что-то там. Стандарт. Шахта. Сохранить 250. Мои рабочие спустились вниз и... Чё-то они... нуждаются в помощи. Внизу что-то там. Так. Ну, первое, что нам... Основное задание, которое нам нужно сделать, это собрать 250 кэш. Что довольно-таки, я думаю, не будет. Сложно, я думаю. Но тут есть задание поинтереснее вроде бы.
Здесь есть, по-моему, задание, связанное с обработкой. Обработкой подпорок. По-моему, так. О! Прошу, помоги мне. Надо найти эмбер вот этот. С бабочкой. Я постараюсь найти его для тебя. Спасибо, я только постараться вернуться ко мне и отдать его. Так. О, смотрите. Вот эта подпорка, она это. Видите, на ней ползают блохи всякие. Термиты, скорее всего, ползают. И поедают. Надо от них будет избавиться. Да, копаем эти сокровища, чтобы 250 собрать. Ну, как минимум, задание с подпорками мы точно сделаем. Вот еще одна такая же. Только вот что-то оно не отображается пока в этом селекторе заданий. И как получить его, не знаю пока. Надо, видимо, шахтер кого-то... А, все, инвентарь закончился. Отлично. О, тут это, туннель какой-то. Сейчас мы в него зайдем, только сначала закупиться надо. Мало совсем оно дает. 250 мы тут не соберем на это. Но оно как бы дойдет до 250, но надо экономить. Очень сильно стараться экономить деньги. Так, ну давайте вот это соберем. Ну давай, копай, блин. Вот еще есть одна. Даже две. И даже три. Так, я надеюсь, тут камушка нет. Нет, тут есть. Два даже. Фигни этой. Как это задание-то получить? Что-то я не пойму пока. Вот я вижу, что тут есть уголь. Аккумулятор заряжен, окей. Ладно, уголь, наверное, не надо выкапывать, потому что он не так много дает, как этот. Ну вот это белая фигня, тин. О, нам дали бонус. 12 целых получается. Бэтгуана, ну давайте соберем, оно, по-моему, больше дает, чем вот эта хрень. Блин. Ну давайте прокопаем туда тогда. Там
Я так понимаю, если мы туда покопаем или тут камни? Блин, туда не прокопаешь. Жалко. Темные камни не ломаются и не взрываются. Ну ладно, выйдем здесь тогда. Ну иди давай, чего ты стоишь-то? Так, опять, к сожалению, 100 не хватило. 98 точнее. Так, закупиться надо вот этим. Вот этим. Ну и вот этим тоже можно. Блин, да мы так долго будем собирать. Так, во-первых, сохраняемся, чтобы здоровье себе пополнить. Так, надо сходить туда, где мы еще не были. Стоп, рано еще. Так, вот вниз мы еще не спускались. О! Мы нашли эту штуку. О, здорово, чувак. Надо с этих штук убрать термитов. И он нам дает 20 таких штук. Но нам надо 10 штук. Так, применяем на термитических подпорках шприц и... И они очищаются. Так, во-первых, так, во-вторых, вот так. Опять энергии мало. Ладно, пока будем идти и искать еще зараженные штуки. Ой, блин. Пустился случайно, ну ладно. А зачем все? Я зашел сюда. Нам еще сюда не надо. Так, я думаю, лучше бутерброд сэкономить и лучше просто сходить и восстановить здоровье там, наверху. Так, нам еще надо 149 штук. 149 баксов. Это будет непросто. Так, ну вот тут можно поискать.
Так, где еще необработанные штуки? Так, ну вот это вот не соберем. Сканер нам, кстати, не пригодился, чтобы эту штуку найти, оранжевую. Так, необработанные эти самые. Но подпорки не отображаются, к сожалению, на карте. Так что придется выкручиваться как можем. О, сколько их тут. О, бонус. Отлично. Все. Пора отсюда выбираться и идти в магазин. Скорее всего, мы у нас еще не будет 250. Если не будет, то пойдем снова в шахту. Потому что выбора-то у нас особо-то нет. Ну давайте до 10 соберем. Бутерброд у нас остался один, надеюсь, нам его хватит. Стоп. Давайте здоровье пополним. Снова. Ну вот зато. Это задание на все 3 звезды выполним. Так, где больше сокровищ? Давайте посмотрим. Окей, вправо идем. Сделали мы это уже. Так, немножечко осталось. О, еще одна. Давайте сканер используем. Да, пользы сканер особо и нам не принес. Так, ну ладно, надеюсь, этого точно хватит теперь. Во всяком случае, должно. Так, не туда пошли. Все, все,
Сделали. Такие вот два задания мы сделали сегодня. Следующее, ну вот следующее задание, вот следующее, хоть что я помню. Lucky Mine, вот это вот я не помню, что там надо делать. А вот Walkway Trial, это уже довольно-таки сложное задание. Там будет, там надо будет $1000 сделать. Основная цель будет. Вот это вот интересное вроде задание. Вот здесь надо взорвать камни, и динамита в магазине не продается. Где-то его надо найти очень далеко. Один браслет. Это я не проходил, это тоже не проходил. Ладно, короче, на сегодня закончим. Почти середина у нас тут уже со звездами. Ну сколько звезд, пофигу. Раньше звезды были нужны, чтобы открывать другие сложности. Сейчас они не нужны. Вот эти сезоналы, это мы тоже будем проходить. Например, вот на, может быть, 31 октября вот это попроходим. Вот на Пасху надо было вот это проходить, но мы тогда вроде бы не играли. Ну и к Новому году вот это вот обязательно будем проходить. Ну, а на сегодня все. С вас лайкос, подписывайся, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримерские каналы, также вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.